Одинокая женщина – это когда один муж. Так это же замужняя. Не, замужняя – это когда и муж, и любовник. Это же гулящая. Нет, гулящая – это когда мужа нет, а любовников много. Это пропащая. Нет, пропащая – это когда ни мужа, ни любовников. Все понятно. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Мне иногда пишут в комментариях: Саныч, ты такой пошлый, почему ты называешь так ролики там в три дырочки, в две дырочки, сразу во все дыры. Ну, короче, такое, типа, да, там, типа, там, трахнул, шмахнул. Ребята, ну, а как вот это вот можно назвать? То есть, она любит, чтобы сразу во все дырочки было, чтобы было много мужчин, ну, то есть, гарем попросту. Да. Как вот это вот еще можно назвать? Вы мне скажите, пожалуйста. Вот, просто возьмите, напишите в комментариях, как корректно можно назвать женское, гулящих женщин, так скажем, да, вот как их можно назвать? Я же не пишу там чего-то такого аморального, как бы, да, вот мне, ну, для кого-то, в принципе, в три дырочки это аморально. Для меня, как бы, это действительность, то, что чаечки рассказывают в ТикТоке, никого не стесняясь абсолютно. Почему я должен стесняться? Я же это не показываю с чаечками, хотя, в принципе, мог бы. У меня хоум-видео хорошее, ладно, короче, не будем мы об этом всем рассказывать, как бы, я просто комментирую все, да, ну и названия такие делаю, ну, вот как-то так.